В Приморье стартовали выборы президента, которые продлятся 3 дня – с 15 по 17 марта. Регион готов к выборам. Об этом заявила председатель Краевой избирательной комиссии во время брифинга для СМИ. На территории Приморского края организацию и проведение выборов обеспечивают избирательная комиссия Приморского края, 41 сформированная территориальная избирательная комиссия и общее количество 1514 участковых избирательных комиссий. У нас участков стационарных 1262, 39 участков в местах пребывания, и на сегодняшний день у нас 213 участков, образованных на судах, которые в день голосования находятся в плавании. Значит, по временным участкам это участки, как мы уже не раз озвучивали, которые созданы на предприятиях с непрерывным циклом работы, в медицинских учреждениях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в аэропорту Владивостока. Напомним, для того, чтобы выборы были открытыми и законными, в крае на каждом участке в течение всех 3 дней голосования будут работать общественные наблюдатели. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.